Добро пожаловать в Бреллор! Я обожаю эксперименты, но, знаете, посмотреть, что можем мы здесь с нашими возможностями. Когда мы поднимались в гору, мы были на склоне позади реки. Это определенно море впечатлений. Скучать времени не было. Первая половина подъема была тяжелейшей. Кажется, мы нашли наш лагерь. Он просто крутейший на земле. Совершенно безбашенно. Огромные горные цепи вокруг. Подъем сюда — это однозначное приключение, но у меня такое чувство, что это только начало. Эгги — самый повернутый чувак на Земле. Это единственное слово, которое действительно его описывает. Он катается просто как чокнутый. Катание на горных велосипедах — это, конечно же, ощущение свободы. Я прекрасно помню тот день, когда убрал колесики-стабилизаторы и оказался на дорожке. Мне казалось, что я почти взлетаю. У меня перехватило дыхание. Темные разрушительные колеса Эгги — одна из моих любимых вещей в мире. Он не может просто кататься. Эгги просто даже не допускает мысли о том, что его задние колеса могут ехать прямо. Когда я катаюсь, я попадаю в свой собственный мир, где нет забот, нет проблем. Я просто качусь, просто лечу. Я еще не выглядывал наружу, но я слышу шаги. Думаю, снега там больше, чем на 3 дюйма. Дай-ка мне свою камеру. Идем. Я просто хочу обойти лагерь вокруг. Сегодня мы покатаемся недолго. Вся гора покрыта снегом. На велосипеде пара дюймов снега. Думаю, сегодня бесполезно кататься. Еще большей тратой усилий станет попытка спуститься с горы. Мы еле-еле удержали нашу палатку, пока ее ставили. Так что как мы сможем управлять велосипедами во время спуска с холмов? На самом деле мы хотим узнать, на что способны здесь, узнать свои границы. Есть разные мнения. Люди могут со мной не согласиться, но я считаю, что горные велосипеды существуют для катания в горах. Конечно, это путешествие многое нам дало. Оно открыло мне глаза на будущее этого спорта. Не думаю, что мы получим здесь что-то еще. Мы поднимаемся вверх, много-много снега вокруг. Довольно дико.
То, чем мы занимаемся, знаете, это очень важно. Это выделяется на фоне катания на лыжах, на сноуборде. Мы вдвоем обсуждаем прошедший день. На сегодня с нас хватит. Эйки выбрал еще один склон. И он еще выше, чем все предыдущие. Типа, что думаешь, чувак? Это в духе Эйки. Быть самым повернутым. Он не отступится, пока не дойдет до конца. Никогда раньше мне не было так страшно кататься. Обычно это, знаете, просто здорово провести время. Но на этот раз все иначе. Наступает такой момент, знаете, эти 20 секунд лучшие в твоей жизни. Ты стараешься и получаешь вознаграждение. Именно эти 20 секунд. Но после этого наступают следующие 20 секунд, и потом следующие такие 20 секунд. Как будто это чувство охватывает тебя снова и снова. И чем больше ты ищешь этот момент, чем больше вкладываешься в него, тем круче будут твои 20 секунд.